Для Русского театра драмы и комедии Карачаево-Черкесии грант главы республики в области театрального искусства – это не только новые возможности, но и приятный подарок на юбилей. Театру в этом году исполняется 90 лет. Это большое подспорье. На этот грант можно ставить спектакли по выбору. Можно пригласить режиссера хорошего, ну и так далее. То есть качественно. Видимо, поэтому этот грант, наверное, надо оправдать какой-то серьезной работой. На суд жюри была представлена постановка по пьесе «Господин Пигмалион» испанского драматурга Хасинта Грау. Правда, название было видоизменено на «Куклы Пигмалиона». Директор Русского драматического театра сюжет постановки рассказывать пока не торопится. Зрители должны сами все увидеть, признается он. Премьера спектакля состоится в октябре этого года. А вот кто поставит его, уже известно. Это молодой режиссер из Москвы Алексей Шумилин. Мы обязательно постараемся сделать хорошую работу и вообще благодарность своему хотим выразить. Я хочу выразить и комиссии, которая отбирала объективно, наверное, и, конечно же, главе, который, в общем, очень здорово вот это сделано, что грант главы именно в театральном искусстве в наше непростое время – это очень хорошее событие. Напомним, грант главы Карачаево-Черкесии в области театрального искусства в размере 500 тысяч рублей был учрежден в 2011 году. Грант ежегодно на конкурсной основе предоставляется для поддержки наиболее значимых творческих проектов театральных коллективов республики. Еще одним подарком в юбилейном году для актеров Мельпомены стала новость о том, что Русский театр драмы и комедии прошел конкурс на участие во Всероссийском фестивале «Арт-миграция». Мы будем выступать 9 сентября на фестивале, который организован Союзом театральных деятелей России под председательством Александра Калягина, которого, естественно, вы все знаете. И мы будем представлять нашу республику Москве. Я думаю, что тоже как-то из более чем 100 заявок отобрано 7 театров России, среди которых мы включили и наш. На фестивале в Москве театр представит спектакль «Тартюф», который поставила молодой режиссер Анна Зумер. Анета Дышекова, Станислав Сушков, Архыз 24.